Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами проходить игру под названием The Final Station. И в прошлой серии мы познакомились с тенями, и началось заражение. Сейчас же у нас три пассажира, которых нужно накормить. Давайте возьмем еду и поможем, наверное, раненому, потому как он... А, у него кровотечение, понятно. Значит, нужно ему выдать аптечку. Погоди, вот здесь нужно немножко... Вот так вот, хорошо. Так, аптечку. Давай вот так. Чудненько. Скоро понадобится Ронди Майлз нашей аптечка. И нам нужно посмотреть, все ли в порядке с нашим поездом. Опять ваты растут вверх. Что ж такое? Так, погоди. Вот. Хорошо, сбалансировали. Снова кровотечение? Ты издеваешься надо мной? Подожди. Награда 76. Пенсионер. Ну, пенсионерам нужно помогать. Правда, мне аптечек на тебя не хватит, дружок. Если ты будешь так их употреблять слишком часто. Так, наши пассажиры между собой болтают. Это ваш совет, так как и не подготовиться, что? Где чертов страж? Ну-ка, откуда же мне знать? Да, на заднем фоне, видели, да, капсулы вот эти? Опаснючий капец, с которым приближаться нельзя. И по идее, когда они разбиваются, оттуда лезет вот эта черная жижа, с которой мы познакомились с вами в прошлой серии. Так, что у нас тут? Давайте что-то скрафтим, наверное. Аптечку можно создать. Давай создадим аптечку. По патрончикам. Создать. И все. Мы прибыли. Чудно. Я сейчас метро вспоминаю и... Ох, блин. Не знаю, попробую по-другому, конечно, пройти, друзья. Но там так стрёмно, что просто жуть. Да, здесь заперто, это мы знаем. Погнали дальше. Привет, чуваки. Да, и как вы понимаете, чем ближе мы подпускаем к себе этих теней, тем эффективнее мы стреляем. То есть, если они на каком-то расстоянии, вот, допустим, на вот таком, да, от прицела нашего, то получается, что мы два патрона можем потратить. А если они ближе к нам, то мы можем запросто пальнуть в голову и с одного выстрела просто произвести хедшот. Давай разобьем стекло, чтобы не тратить патрончики. Да здесь слишком тихо. Ах. Вот таким образом нужно действовать. В частности. Так, стульчик, ты мне должен помочь. Как тебя теперь использовать? К нам в руки уже просится унитаз, помните, да? Унитазный воин. Ну, кто не в курсе, только что присоединился к нашему празднику, так называемому жизни, Final Station. То мы просто бетку пробовали, и там был именно этот отрывочек. А, так. Ранее ссылку на плейлист сможете найти. Там три видео. И мы попали с вами в Метрополь. Кому не терпится увидеть, пожалуйста, можете посмотреть. Так, я бы на самом деле взял унитаз, но я не помню. По-моему, я с ним не смогу. Нет, смогу. Ага, вот оно как работает. Ну хорошо. Один патрончик сэкономили. Еда, кстати. Очень даже кстати. И я не помню, если честно, друзья, тут кто-то есть? Да, есть. И самый опасный из этих тварей. Так, ладушки, там я не буду открывать, но в баню, нам не туда.
А с этими нужно разбираться вот так вот. Ага, ложка, бутылка пива. Холодненького пивка бы навернуть, скажи, машинист. И жизнь бы удалась. Хоть немножко бы расслабился, да, и стресс снял. Правда, прицел бы сбился им. Скорее всего, промахивался бы. Блин, 4 патрона. Вот зачем здесь этот столб, если вы уже успели спросить. Батарея. А куда под... А, батарея нам нужна... Ну да. Так, давай-ка пока ее, наверное, оставим здесь. Батарея нам нужна, друзья, в этот... в магнитный... чтобы... Короче, отцепиться... Отцепить наш... поезд. И... продолжить... путешествие. Так, ребятки, вы бы как-то... это... я этой батареей могу... О. Так, давай-ка мы попробуем, наверное, залезть наверх. Что-то мне патронов не... ни одного патрона не дали. То есть совсем. И это фигово. И здесь я спуститься не смогу. Ну что, придется отхватить немного, да? Добежать до батареи хотя бы. А, тихо. Промахнулся, это хорошо. Батарея, спасай меня. Ой. Да, батарея не спасет. Все понятно. Так, один есть. И нам нужно патроны найти с срочняком просто. Просто срочняком. О, патрон, тихо. Ух! Выкрутился. А, так, здесь, скорее всего, будет опять толпа. Но нам нужно спасти этого писаку. О боже! Кто ты? Там что? Оу, хорошо. Давай к нам. А мы пока прочитаем, что ты тут писал. Или напомним себе, да? Жил-был король. В одной стране жил-был. Однажды в одной король... король жил-был в одной стране. Это как раз в тему отсылка. Вы понимаете, друзья, кто со мной на канале давно. Что я хотел продолжить и на что я хотел намекнуть. Опа-пау-пау-пау. Блин, ты посмотри, как ковыряют. Нехило. Так, ладушки. Я бы подлечился, конечно. Ну, давайте пока не будем. Один патрон. Один патрон остался буквально. Больше нифига здесь нет ничего. Абсолютно. Очень паршиво, что здесь ничего нет. Так, батарея, ты меня, наверное, здесь подожди. Оставайся здесь, никуда не уходи, понятно? Ключ. Так. Стоять. Бояться. Вот тебе и по патрончику. Код 9987. Отлично. И здесь патроны для пистолета 4 штуки. Чудненько. Открываем дверь, вставляем батарею и поперли дальше. Мне бы аптечку еще одну найти. Было бы замечательно просто. 87. А то пассажирам пригодится. Там, наверное, чувак этот, пенсионер. Истек кровью, бедняга весь. И пока мы его не доставим, эта фигня у него будет, конечно же, продолжаться.
Так, здесь вроде бы все лады. А с этим что? Давай-ка спустим. А, погоди. Нам нужно на ноль спустить, да? Вот. Хорошо. Аптечка. Он нам много, конечно, не даст, но из таких... как бы гуманитарных соображений, да, друзья? Мне нам нужно просто его спасти и доставить в целости и сохранности. Так, барышня проголодалась. Барышня, тебе бы сесть на диету, и мне было бы хорошо. И ты бы похудела немножко, нет? Спасибо. Простите. Думаешь, что с первого посещения не было? Они, конечно, болтают, я не знаю, я просто не буду успевать, друзья, читать вам это все и следить за всем. Реально нужно 4 глаза, чтобы со всем справиться. Так, что там у нас по крафту, давай посмотрим. Таблетки, не хватает таблеток, понятно, патроны. Ага, с патронами тоже не очень все гладко. Какая у нас станция уже? 6-я? 7-я это будет. Окей. Так, чувак, наверное, потерпит, пока мы аптечку еще одну не найдем. Я просто хочу себе одну оставить, а то мало ли. Так, тихо. Ой. Спустили, ага, прибыли. Давай. Тяни побыстрее, чувак. Времени нету. У нас пенсионер кровью истекает. Так, ну с патронами не очень все гладкое. И с аптечкой тоже. Так же, как и с едой. Но будем надеяться... Ага, хорошо. Уже хоть что-то. Джон, похоже, я забыл код у себя дома. Скоро вернусь. По скриптум, если придет поезд... Прибудет поезд из Элиды, у него большая стоянка, я должен успеть. Ладно. Так, с этими вроде разобрались. Напомнить Марку, чтобы он не забыл код от блокираторов дома. Угу. Как быстро закончились патроны, практически, да? Так, ты получишь стулом. Замечательно, еще 12 штучек. О, класс. Давай-ка посмотрим, что тут. А, тут заперто. Ну да. Подзабыл немножко. Что-то с памятью моей стало. А! Тихо. Чуть не закрызли. Сволочи. А, так, подлечиться бы. Немножко. Ложка. Я думал, это супчик. Какой-то. А, так, но придется лечиться. Че не поделаешь. Ох, блин, сейчас будет этот, типа... Угу. Отходим. Да, потому что он взрывается. Ну и сейчас начнется. Жопа в мыле. Вот именно это я и имею в виду. Так, погоди, а как же я разбирался ранее с ними? Походу... Как-то так. Тут 3 шкафчика, это надо было сделать. Ага. Но, видимо, зря.
Так, и здесь еще. Здесь унитаз. Замечательно. Унитаз, ты пойдешь, как всегда, со мной. А вот и капсула. Вот она, родимая. Уважаемые мистер и миссис Уилсон, доводим до вашего сведения, что отопительный датчик на вашем участке будет заменен в течение недели. Спасибо за обращение, Билли Крок. Отопительный завод Моргенштерн. Нормальный такой датчик, да? Отопительный. Чувак, я бы с тобой вот так вот как-то бы разобрался. Ага, и сразу еще двое. Так, тут никого. Что тут у нас? Денежка. Хорошо, там еще один унитаз. А, погоди, я бы его... Ах ты, блин. Не ту кнопку нажал. Пардонте. Ну, бывает. Че уж тут поделаешь. Я не знаю, Джейн. Он все больше отдаляется от меня. Постоянно пропадает в своем подвале. Может, он изменяет тебе? Мишель? Ты где? Ау. Да 100% изменял. Вот. Прям вижу, как он это делает. Ой. Наверное, зря я это сказал. Ну да ладно. Так, так, так. Давай-ка унитазик постоишь здесь. Теперь мы сделаем вот так. А, тут более-менее безопасно. Код 5364. Хорошо. Не-не-не. Надо унитаз забрать. С ним как-то поспокойнее. Дружок, я тебя не брошу. Ты пойдешь со мной и будешь моим вторым помощником героя. Потому как... Мне с тобой поспокойнее. Порох. Тихо-тихо, не спеши. Давай нашего унитазика заберем. Унитазик спасет мир. Апа-па-па-па-па. Отхватил все-таки, смотри. Да, теперь я вспомнил эти три канализации. Мне надо было просто вперед бежать. И хватать коробку. А. А. Ну, походу, таких моментов будет много, друзья. Это нормально. Вполне нормально. А, так, дружочек. Ауч, опять отхватил. Блин, ну не успел, я хотел немного отойти, а у меня это не получилось. Как всегда. Так, может, они подальше как-то отойдут, вот, туда в конец, да, и я успею схватить коробку. Нет, не успел. Схватить-то успел, но не успел ее швырнуть. Вот в чем трабла состоит. Ах ты, блин! Надо быть максимально осторожным. Максимально шустрым, осторожным и крутым. А. Интересно, на какой раз у меня это все получится?
Я не знаю. Птичек нет, и если он меня сейчас нагонит, скорее всего, это будет так. Тихо. Походу, там дальше где-то должна быть аптечка, насколько я помню. Но сейчас-то может и не быть ее. Вообще. Так, ладно, я ему в шею дал, и он просто-напросто как-то так странно упал. Да, аптечка. 6 патронов. Хорошо. Давай-ка подлечимся. Угу, больше ничего здесь нет. Такие штуки вот лежат наверху, как будто какие-то бигмаки, да? Очень бы не против я ими воспользоваться сейчас. И да, это только начало, потому как здесь у нас, сами видите, что творится. Опс. Так, надо подальше отойти, может они отвалят в тот конец. Ну что, чувачье, хотите мною пообедать? Ни хренашеньки у вас не получится. Ну, по крайней мере... Разков так... С три. Я буду переигрывать, пока вас всех не прикончу. По идее, да? Потому что этот мелкий... Сирун не хочет уходить. Ага. Хорошо, 7 патронов. Я могу с лестницы, конечно, это делать. Без проблем. Вообще. Вот так. Чудно. Коробка, ты пойдешь со мной. Прости меня, унитазик, но мы еще встретимся с твоим... близнецом. Аптечка. Так, здоровье по-прежнему хреново. Давай подлечимся и дальше пойдем. Да, ключ от цеха. Хорошо. Но взрывающихся, походу, больше не будет. Будет только вот этот засранец. Бывший, так сказать, морпех. Угу. Все, выбираемся. Так, 53, 64. Хух. Ну погнали, у нас осталось, получается, метро. И потом после метро, вроде бы как, мы доберемся уже до метрополя. Кто проголодался? Кто-то проголодался, но... Да все голодны. Ну, конечно, когда у меня куча еды, то все сразу же голодают. Так, чувак, погоди, 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 где, где? Что у тебя? О! Ты не откинься раньше времени. О, аптечка, 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 аптечка. У меня нет аптечки, серьезно? Прости меня, пенсионер, но походу ты откинь... Он откинулся. Печаль. Печалька. Минута молчания. Гэри Лок. Давай-ка поговорим. Я пишу по приказу военных. Ты уже близок к Нью-Костфилду. А, близок или нет? Что внутри груза? Они не говорят, что внутри груза. Нет. Тебя должна встретить местная бригада инженеров. Генерал просил передать, как оцепите груз, покиньте город как можно скорее. Хорошо. Гэри не в сети.
О, смотри, я мог бы скрафтить аптечку. Ух ты, блин. Фигово, что я раньше не допер. Надо иметь в виду, кстати. Потому как... ситуаций таких будет все больше и больше. Ну, хоть трое выживут. Так, давай-ка с него... что-то пока... подожди, а что я... а! Штаны. Классно, несколько раз кнопку действия нажимаешь и забираешь с него рандомный предмет. Или одежду. Ох, помню я этот... эту станцию. Наконец-то! Груз цел? Я знаю, но у нас нет времени. Мы с Дэвидом единственные, кто выжили. Какой-то ты грязный, чувак. Тебя потрепали вроде. Дэвид отправился в город за припасами. Код от блокаторов был с ним. Тебе нужно отыскать его. Я пока отцеплю груз. И да, наверху в моем офисе есть хранилище с оружием. Удачи. Хранилище с оружием — это обозначает, друзья, что мы сейчас с вами возьмем дрободанчик. Не иди в метро. Ну да. Лучше туда не ходить. Ну куда ж мы денемся? Дрободанчик есть, патрончики забираем. Хорошо. Так, надо вспомнить, как переключать оружие. Угу. Ладусик, разобрались. Правда, меня количество одной аптечки беспокоит. Потому как сейчас такое начнется. Ну да. Ух, ну чё, погнали. Я так и не понял в прошлый раз, кстати, как забраться вот сюда. Монеты, таблетки. Угу. Аптечки, голяк. Ну чё, сейчас будем играть с вами в тир. Вот это все нам нужно истребить. Или как минимум пробежать через это все. Но бежать нам нужно будет в правую сторону. И проблема состоит в том, что там не легче. А, зашевелились как, смотри. Отстрел на месте. Так, погоди. А если вот так тебе понравится? Хе-хе-хе. Три патрона буквально. Так, хорошо. И этот мелкий говнюк сейчас... блин. Вот это я понимаю. Пусто. Понимаю, но недолго. Так, ладно. Я пытался в прошлый раз их как-то заманить на одну сторону, этих мелких, чтобы просто-напросто не тратить патроны дальше, потому что они нам понадобятся по любасу. И каждый патрончик будет на счету, но они как-то не слушаются. Они разбредаются в разные стороны. И от них никуда не денешься. Можно, конечно, как-то попытаться подкрасться. Ага, сейчас. Подкрадешься к нему. О, туда, туда. Да-да-да, давай, иди. Ага. Хорошо. Так, чувачки.
Питер, если это правда, и ты располагаешь информацией о человеке, пришедшем из-за границы первого контакта, я жду тебя сегодня в метро в 14:15. Ты знаешь, кто это? Я-то знаю, кто это, но здесь вообще нифига нет, и нам на правую сторону. Вот в чем беда. И схватить нифига нельзя. Так, давай-ка вот на эту, наверное, спустимся. Вниз-то стрелять я не могу. О-о-о. Погоди, они свалили. Вот теперь можно пройти. Хорошо. Так, перезалет. Перезарядик, перезарядик, перезалет, перезалет. Там я не помню, что с левой стороны. Ну да, походу там... Что-то есть. А, батарея. Ах. Блин. Ну нам по-любому нужно ее забрать. Сейчас будет для вас, наверное, сюрприз, а для меня не очень. И зацепил, говнюк. Зацепил меня, падла такое, а. Ты посмотри. Нет питания, ну да. Как бы. Как бы потому и батарея нам нужна. Даже не успеваю спуститься. Как он меня настигает, этот говнюк. Ух! Можно было бы и лучше. Но... Давайте батарею поставим, а там уже с этой стороны просто зайдем. Вообще-то ею кидаться нельзя. Ты посмотри. Круто. Вообще, крутой колбасевич, да? Ну, аптечка одна есть. Давайте, наверное, ее и применим. Потому как будет... Далее... Тоже стрёмно. Я бы сделал как-то вот... Ах, блин. Так, чтобы видеть, что там творится вообще. Патрон для пистолета 8 штук. Хорошо. Это Т-12. Я поднял лифт перед уходом. Утром будет внеплановый слив из Северной магистрали. Мне надоело отмывать лифт каждый раз. Ну да, чувак, ну да. Ух ты, блин. Так, хорошо. Аптечка, где ты? Аптечка! Ты где? Аптечка! Можем дальше пойти найти аптечку или посмотреть тут. Ну да, тут парковка. Тут парковка, тут парковка, там парковка тоже. Мы с тобой здесь не пройдем. Не пройдем, похоже. Давай-ка мы пройдем туда. Только перед этим мы посмотрим вот сюда. Отхватим. По полной. И потратим практически все патроны. Но я надеюсь, это было не зря. Походу, не зря. Спецодежда, провода. Ну ладно.
Два мелких и куча всяких. Ох. Так, хорошо, друзья. Я думаю, что мы сделаем перерывчик до следующей серии, да? Как я собираюсь пройти дальше и что мы тут найдем, сможем ли пройти с первого раза, узнаем в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Увидимся в следующей серии. В других видео тоже я вас буду очень ждать. Пока-пока.